сидят один человек и вообще не хотят со мной, блин, поболтать. Я вам что, тут полонесса какая-то вас визит? Или вы уже устали болтать? Я могу вообще выйти. Будете грустить. Потому что это не дело. Даже не там пойти, ничего. Не пишите, и все. Вы думаете, это так просто? Сестра, я не понимаю. Они уже... Подарки? Что да? И подарки не дарит. И подарки не дарит, и не тапает, блин. А что да, я клоунесса? Я уже, я, блин, вообще-то уже выхожу, будете грустить сейчас. Главное Рэли. Главное Рэли. Я сейчас уже выхожу, и будете дапать себе. Лучше, ребят, ее не злите, потому что... Ой, выздоравливай. Ты что, на голос заболел? Ой, вот эти маленькие. Надо максимально чуть-чуть. Да, вот так. Серьезно? По чуть-чуть. А я люблю его по-цыгански. По чуть-чуть. Люблю батьку и матку. Люблю. Я люблю, обожаю. Это мой любимый родной золотой. Давай эту руку. Доставай эту руку. А тут не надо ничего? Ладно, чем пускай обычно? Давай, возьми надо. Вот там вообще ничего не было. Вопрос, где они? Я люблю. Моя любовь, ты лучше. Хорошо, я лучше, я и что? И что? А где розы мои? Лампу. Где подарки? Просуши по 10 секунд, и мы будем перекрывать. Где подарки? Я не понимаю. Где розы? Давай сюда. Это что? Давай сюда. Ну, в общем, все понятно. Сестра, давай руку. Ну, понятно, так понятно. Хорошо. Кто там такой? Мистер полицейский. Он хочет меня просто... Доказать. На допрос. И вот и все. Хочешь Диану на допрос вызвать? Так скажи. Так и напиши здесь. Признайся просто. Куда бы мне это директ? Диана, вызываю тебя на допрос. Знаете, как пришли повестку. И все, и все. Я хочу поехать в вашу страну, чтобы разделить с вами этот особенный день. Вау, 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 вау. И прислал розу мне в сообщение. Мама, эти хорошие, не хватит приехать даже. Извините, у вас не хватит финансов. Я переводить на карту не буду. Вика, где взять красную воду для борща? Я напишу тебе особенного числа. Будет у меня вода, будет у меня все. Будет у меня вода для борща и все, что хочешь. И для щавля будет, и для борща. И для супа. Я серьезно. Кто написал так? Вау, ты молодец. Кто написал? Детский котик. Ему надо вода для борща. Саш, ты обречен на провал, извини. Мимо. Ты думаешь, я тут сижу, да ничего не вижу, да? Что ты подписываешь? Я сказала мимо, извини. Все понятно. Диана сказала мимо. Вау, ты молодец. Да, я знаю. Он обречен на провал, он знает. Он мимо сразу, да? Скажи. Мне все понятно. Диана сказала, ты что-то помимо. Все. Все, она сказала, можешь написать ее в директ. Она уже обиделась. Мне все понятно. Да, я слышу. Молодец. Минский кот. Можешь уже мяукать. Можешь уже мяукать. Нет, не делай. Не делай рукой, пожалуйста. Чтобы было неровные блики. Уже мяукаю. Я никогда не видела такую красивую девушку, как ты. Ну вот теперь что увидел. Вот увидел и все. И все.
Подожди. Лампу для крови. Так, я еще вообще-то помыть посуду. Я еще там что-то убраться. Ты думаешь, я отключусь? Полетишь в Чикаго? Я уже купила билет. Давай я вылетаю. Сейчас не накину тапки и побегла. Это минский кот, ты ему, наверное, уже плохо там. Его обострение. Помнишь, как он? Большой там, давай. Минский кот, ты уже у Чикаго летишься максимально. Нет, мы даже с тобой, видишь, как мы его трохи опаздываем уже, как бы. Мы не опаздываем. Вау, у тебя милые глаза, детка. Может, в Дубай? Это минский кот меня зовет, а тебя не звал, дядя. Извини. Заблокировать уже его? Может, уже? Минский кот, я тебя уже блокирую, пока. Не надо. Здравствуйте, Виктория Александровна. Здравствуйте. Пускай пользуйся возможностью, зовет Дубай. В чем проблема? Да мы хотим его за мой счет съесть. Куда я? Уже чувствую. Я же не против. Но Дубай я пробан. Медведь, мои дела нормально. Ту ручку засунь полностью. И да, еще эту просушу и ту полностью. Она как угу. А ваши как делишки? Это я хотела выбирать. Минский кот, ты уже попал. Да что ты попал? Ты попал в мышеловку. Да, зови. Зови его. Кстати, у вас дождь? Ой, нет. То пишет, что ему пора на работу, то пишет, моя любовь, мне пора идти, у меня через час рейс, я собираюсь. Собираю вещи. Увидимся позже. Ой, хорошо. Я уже в аэропорт тебя встречать. Котик. Уже максимально. Так, только потом мне не писать. Потом, понятно? Пишите ей личное сообщение. Но флиртовала тут уже, блин, со всеми. Вика, моя мама съела 102 раз, слышал весь дом. Я плакала. Не плакай. Так реально. Что ты лысый? Плаки-плаки, Ильна Балдакюля. Так смотри, реально танцует, присел за столик, я так удачи. Дру-ру-ру. Так, блин, а что я этого не видела, капец, я, наверное, там удохла. Диана Фиделька. А Диана Фиделька тоже? Я забочусь о тебя, смотри, на рейс не опоздай, скорее собирай вещички. Собирай. Давай быстрее бы мы их в садик не опоздаем, наши дети будут вещать. Эту лампу, а вот эту мне. Блин, как... Я могла такое пропустить. Нет, давай эту ручку. Все, это закончили. Давай эту ручку. Скинь мне, я покажу Диане видео. А, это то, что ты мне показывала про этого чувака, Диана, это жесть просто. Скинь мне, Диана, пожалуйста, видео, чтобы я Диане показала. Я то это скрин только показала. Просто жесть. Такой вот все какие-то огромные. Телки, да. Мне надо еще куме показать, чтобы она удохла. Видео я не видела, я видео. Так там видео, может, минута с чем-то, он там добре дрыгается. И там какая-то девка просто это... Так представил, он с кем-то в батле был. И снял трусы, ты и начал... Ты ему Татьяну кудеркала, нет? Вика, куда ты... Да... Минский котик, ты не понимаешь. Что-то вдруг из этих ком мне нравится. Где? Здесь. Ну давай спилить. Так, пользователь Диана Куделькову скинула. Сейчас будем смотреть. Что, опять черный надо покупать? Нет, это просто плохо. Просто руку ровненько. И будет черный все равно? Сейчас. Привет. Сейчас Диана нам уже докрасит, я уже все, типа, и покажу ей, чтобы она удохла.
Да, будешь отдыхать? Я же сама иду. О, Диана Жопа, дядька, на тебя подписалась. Спасибо, Диана. Диана Жопа, будешь стримить, посмотри, Дианина. Так, начинаем. Диана, поверни, пожалуйста, на себя камеру. Я не буду. Чтобы все увидели тебя. Сегодня эфир посвящен только тебе. Я в следующий раз. Да блин, она же хочет увидеть. Как твою реакцию? Сука, фу, да не показывай про тело мне, Флэ. Давай руку. Давай руку ты тоже. И сразу доставай руку. Фу, блин, Диана. Фу, жесть. Давай две ручки ставим. Девка, у меня до речи прошло. Ты вот сел на стул, отдохнул и дальше начал крутить. Так добрый там был. Диана, это ты была в стриме? Нет, это не она, это какая-то девка. Какая-то девчонка. Как тебе вижу? Стал пьяться. Стал я тебе, бляшки, пиццу. Я на работе аж заплакала от этого. У меня такой смех. Просто истерический был. Мне больше был смех от того, что ты мне туда...